Оп. А что это такое? Это гребаный двигатель 400 Honda Bros, который засрал своим, блин, матюлем спецовку, багажник моего, блин, лютого Нивася, на котором, сука, твою мать, я сюда по таким говнам, такой гребаной колее и сугробом ебашил свой гребаный гараж. Вот такая дрочь, ломая лед. Так, а что я буду делать? Сука, скользко. Значит, владелец этого супер двигателя захуячил Антонио Кайролли, захуячил мне вот такую подногу вместе с ним разработанную. Жестко стоит. Короче, гребаные итальяшки, макаронники вместе с японцами, которые придумали этот лютый мод, грязный, в жопу, забыли присобачить сюда под ногу, чтобы менять вот эту разную перхоть в виде резины и разной дрочи. Вот, пришлось придумать самим и реализовать с помощью сварки. Оп, красота. Гаечки вставляются. Гаечки вваренные, болтики вкручиваются. Короче, огонь. Лопата. Так, литра 100. Лютый булдог. Сука, гребаная дорога. Нет, это, конечно, печалька. Что сделать с этим говном, я даже не знаю. Сука. Блин. Короче, все в говне. Тюнинг дисков. Короче, буду херячить сейчас подножку, резать болгаркой, выравнивать все, зачищать и красить. Покажу потом, что на выходе получилось. Вот такая хрень. Вот, подножка уже отпидоренная висит. Красавица. Сейчас буду красить. Оп, уже покрашено. Красавица. 3D облет. Другую сторону. Сучка блестящая.